Мы продолжаем рассказывать о детях, которым так нужна поддержка неравнодушных земляков. 8-летний Матвей Наумов из Тольятти страдает серьезным недугом. У мальчика тяжелая форма ДЦП. Облегчить жизнь ребенка поможет специализированная коляска. Но у семьи, которая воспитывает сына-инвалида, нет средств, чтобы приобрести ее. Камила Ткачева продолжит. Прогулки с мамой для Матвея – целое событие. С самого рождения ребенок развивался не как все дети. Сначала была реанимация, потом долгое лечение. Сейчас мальчику 8 лет, но он не ходит и не разговаривает. У Матвея детский церебральный паралич. Татьяна Наумова посвятила жизнь сыну. Перемещение – это очень такой серьезный процесс. Это не просто вот взял ребенка и понес. Он же тоже должен правильно развиваться, насколько это возможно, чтобы в будущем у него не было каких-то сопутствующих заболеваний. Ну и, соответственно, ему тоже интересно мир познавать. Вот так проходит занятие по адаптивной физической культуре. В центре для детей с особенностями развития мальчику нарабатывают физические навыки. Из-за тяжелой формы заболевания Матвей вынужден постоянно находиться в обычной коляске. Но ребенку необходимо специализированное. Для него это возможность смотреть на взрослого на занятиях, да, лицом к лицу. Это упрощает его коммуникацию и навыки какие-то бытовые, которые он сможет использовать. Естественно, при правильном позиционировании у него это будет лучше получаться. Специализированная коляска позволит Матвею сохранять правильное положение, чтобы не допустить новых деформаций. Стоимость устройства – 270 тысяч рублей. Сумма для семьи, воспитывающей сына-инвалида, непосильная. Отправив СМС со словом «дети» на короткий номер 5542, каждый способен помочь необычному ребенку увидеть мир по-новому. Камила Ткачева, Александр Рябченко. Вести Самары из Тольятти.